Так, всем привет от моей руки. Это Фоксблог. В общем, мне тут вопрос задали: как измерить рост собаки в холку, какого роста мой фокстерьер Джин? Ну, в общем, скажу, если честно, я никогда не запарился. Но я просто знаю, что он приблизительно там на сантиметр превышает, а может на полтора. И нет у меня приборов специальных, которыми меряют собак на выставках, кстати, специалисты. Вот, но вроде как такой вот кустарным способом можно померить. Вот нам нужна ровная стена, собака. И найти у нее холку. Во-первых, холка, где она есть, да, не все понимают, что это такое. Я, если честно, тоже приблизительно знаю, что вот она идет у него, лапа передняя, вот мышца, да, вот это, и вот лопатка вот где-то. И где-то здесь вот, вот шея заканчивается. То есть где она начинается, где-то вот в этом месте вот холка. Самую высокую точку берем. И вот, чтобы собака более-менее ровно стояла. Вот опять же, это все приблизительно, потому что вот сейчас вот он напрягся, он не понимает, что я от него хочу, потому что никогда его не мерил, не выставлял прям. Вот, то приблизительно вот так он стоит сейчас ровненько. Сейчас мы вот по холке там кладем так. Вот я взял линейку металлическую. И так, оп, приставил к стене. Вот я меликом отмерил. Джин свободен. Так, смотрим. Смотрим, вот метка. Ну вот, я же говорю, 41 там и 2 где-то так. Вот 41, короче. Джин у нас переросток. Джин, ты конь. Ты вот реально... Фоксячий мерин, вот такой здоровенный. Вот эта морда вот такая, переросток. Но он, все, кто смотрит видео, кто профессионал, те замечали, что он трошки великоват. Вот, ладно, все, вали. Ну, на этом, пожалуй, ребят, все. Надеюсь, ответил на вопрос. Такой короткий у нас фоксблог. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и бейте в колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, я жду в комментариях, конечно, кто, если вдруг решил тоже померить таким способом кустарным, что, какие результаты у вас получились с вашими фоксами. Пока!